Эта хрупкая на первый взгляд девочка и является мастером боевых искусств и обладает черным поясом по карате стиля сёрин-рю. Она умеет разбивать твердые предметы, и причем не только кулаком. Ее отец и братья также занимаются карате. Такэда Рина родилась 15 июня 1991 года в городе Якогама, префектура Канагава, Япония. Актрисой она мечтала стать с детских лет. Отец и родной брат Рины Такэда являются мастерами карате, и Рина ходила на их соревнования, чтобы поддерживать их своим присутствием. Однажды она болела за них на одном из турниров по боевым искусствам. Вышло так, что отец и брат потерпели поражение. Рина Такэда очень расстроилась, однако случившееся произвело на нее такое впечатление, что она сама решила стать каратисткой. На следующий день после турнира она собрала спортивную сумку и отправилась к дадзё на тренировки. Так начался ее путь как мастера карате.